Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO, а именно о проекте KEC Legal. Итак, что же такое KEC? Это Know Your Customer, то есть, проще говоря, это подтверждение личности. И как раз таки здесь идея данного проекта, что это блокчейн подтверждения личности. Сейчас на данном проекте цена на один токен KEC составляет $2.40, то есть скидка 4% действует от окончательной цены, и до следующего этапа как раз остался ровно один день на момент записи данного видео. Ну что ж, давайте идти дальше и как раз таки разбираться в деталях ICO. Ну что ж, прежде всего скажу, что эмиссия данного проекта 42 миллиона токенов, и на данный момент уже они продали токенов на почти 28 миллионов соответственно долларов. Soft cap у них был 1 миллион долларов, а hard cap 35 миллионов долларов, и вполне реально, что они этот самый hard cap и достигнут. Ну что ж, и теперь про KEC Legal. То есть KEC Legal является сервисом, позволяющим проводить верификацию пользователя, и также он предотвращает мошенничество. Важно понимать то, что действительно, когда есть подтверждение личности, то очевидно, что, соответственно, работает защита ваших данных, и, соответственно, их невозможно будет взломать, невозможно будет получить к ним доступ, и, соответственно, невозможно будет и тоже, например, получить доступ еще и к вашим деньгам, что тоже, безусловно, очень важно. То есть главные плюсы для пользователя в данном случае — это то, что ваша информация защищена с помощью шифрования, также данные будут храниться на устройстве как раз таки пользователя, то есть на вашем устройстве. Далее вы сами можете выбирать, какая информация будет предоставляться сервису, и также подтверждение документов будет с помощью цифровой подписи. Теперь про плюсы для сервисов. Так вот, прежде всего, то, что будет достоверная информация о пользователе, потому что точно будет известно, с кем, в общем-то, мы имеем дело. А также будет отсутствие поддельных либо дублирующих профилей пользователей. А также будет соблюдение Know Your Customer. Вот. И последний плюс – это экосистема для взаимодействия сервисов с клиентами. Ну что ж, и давайте разберем бизнес-модель данного проекта. То есть есть держатель токена, далее он кладет токены в стек. После этого, соответственно, со стека идет реферальная ссылка пользователю, но пользователь платит за верификацию, и затем будет получаться блокировка одного токена на один месяц как раз таки в стек. И такая вот круговая модель, в общем-то, здесь работать и будет на этом проекте. Ну что ж, идем с вами далее и разберем еще, в общем-то, тоже детали ICO. Так вот, 80% идет на продажу, 15% в команде KEC и 5% на операционные расходы. Ну что ж, собственно говоря, команда данного проекта, можете с ней ознакомиться, кого интересует, информация есть на главной странице данного сайта. Также есть информация про советников этого проекта, тоже можете посмотреть, кто участвовал в разработке этого проекта. А плюс ко всему тоже есть, конечно же, статьи в различных СМИ про данный проект, и тоже при желании можете их почитать. Также информация есть о партнерах данного проекта, допустим, ICO Box, проект Together, который сам недавно был на ICO, ну и также другие проекты тоже помогают проекту KEC Legal. Также можете пробовать приложение и поставить его либо на, допустим, iPhone, либо на Android, и, соответственно, воспользоваться им уже на своем мобильном телефоне. Ну что ж, надеюсь, что вам данный обзор проекта KEC Legal понравился. Тогда спасибо всем за его просмотр. И тогда до скорых встреч уже в новых видеороликах. Всем пока!